В этот раз постарались для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, медработники Ульяновского онкодиспансера, клинические ординаторы и студенты профильного направления УЛГУ. Всего около 700 желающих не просто оказали посильную помощь, но и собрали наборы специального назначения в короткий срок за собственные деньги. Учитывая запросы наших медицинских коллег, которые находятся на передовой, мы сегодня сформировали медицинские рюкзаки, которые идут для штурмовых групп. И это будет для оказания первой медицинской помощи. В каждом рюкзаке медикаментов не очень много, порядка 50, но жизненно важных и необходимых. С помощью одного такого можно спасти сразу 3-4 тяжело раненых бойца. Ведь в нем есть все для восполнения кровопотерь, обезболивающие препараты и многое другое. Здесь различные жгуты, турникеты, перевязка. Здесь все необходимые оказания, первый перевязочный материал, антисептики, перчатки. Также здесь имеется лекарственный набор в виде ампул для оказания экстренной помощи. Это препараты, которые необходимы для спасения жизни бойцов при получении ранения. Специализированный набор для бойцов на передовой высоко оценил один из участников специальной военной операции из Ульяновской области. Эти рюкзаки спасают сердца военнослужащих в прямом и переносном смысле. Хоть ты там находишься где-то далеко, без связи, как бы, ну и там с определенными трудностями, но ты прекрасно в душе и там в голове осознаешь, что тебя дома ждут не только твои родные и близкие, но и всем остальным там жителям нашей Российской Федерации, ты не безразличен. Уже через несколько дней российские военнослужащие получат гумпомощь. Юлия Адамова, Герман Баранов, Управда ТВ.